Глаголь. Мало кто знает, но в детстве я хотел стать диктором. И когда в школе об этом заявил, это был класс 3 или 4, тогда еще был волосатый, и у меня был такой чуб. И мне один мой друг Сергей Каспирович сказал: «Илюха, когда твой чуб увидят, все будут залупаться дня 3». И после этого мне не получилось стать диктором. Но в меня вселилась такая неуверенность и комплекс. И поэтому сейчас... Он побрился! Я побрился, да? Сейчас, чтобы у меня нет чуба... Чуб стал диктором. Я стану диктором и оператором.